Дорогие друзья, а также зрители нашего канала, сегодня к нам пришла печальная новость. Наш источник из интернета сообщил, что сегодня в час ночи к дому, где проживает российский телеведущий программы «Мужское и женское» Александр Гордон, подъехала скорая помощь. Несколько врачей вышли из автомобиля и побежали в дом. В доме они пробыли около 40 минут, затем уехали. Мы попытались разузнать, что же случилось с нашим любимым телеведущим. Как мы узнали от соседей, это уже третий раз в дом телеведущего приезжает скорая помощь. Что же случилось с Александром Гордоном, пока неизвестно. Нам известно только то, что на данный момент жена и дети находятся за границей. Александр Гордон проживает один. Также сегодня отменили съемки шоу «Мужское и женское». Съемки перенесены на неизвестный срок. Друзья, давайте поддержим Александра Гордона. Пожелаем ему удачи, скорейшего выздоровления. И пусть у него все будет хорошо. Давайте подпишемся на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск. А в свежем выпуске мы постараемся более подробнее узнать и рассказать вам, что же действительно произошло в ту ночь с Александром Гордоном. До скорых встреч, друзья, в наших новых видео.